Всем привет! Небольшая посылочка пришла. Сейчас посмотрим, что в ней. О, долгожданная! Долгожданная. Это нам на Fit 2. Так, что у нас тут? Яркость добавим. Вот так. Так, ну что, первое, что надо попробовать, наверное, браслетики. Раз. Я думаю, черный пришел. А это у нас такой камуфляж. Прикольный, по-моему. Да? Вот такой вот обалденненький. Ну, что-то как-то качество оставляет желать лучшего. Ну, хотя, какие требования к браслету? Лишь бы не рвался, лишь бы не ломался, и лишь бы не вываливалось. Ну, из таких браслетов ничего не валится. Так, этот, ну, немножко получше. Мне кажется, он был немножко подороже. Нет, все такие же эти мятинки. Это не оригинальные браслеты, которые стоят, не знаю, там, по-моему, пару долларов цена будет. А вот это у нас пришло зарядное устройство. Был вариант 15 сантиметров и был вариант 1 метр. Давайте посмотрим 1 метр. А что, у нас USB близко нету, да? Чтобы сразу включить его. Во-первых, надо, наверное, сравнить. А что его равнять? Берем и пристегиваем. Чпок. О-хо-хо, ничего себе. Супер-пупер. Нравится мне браслет очень сильно. Прям вообще нравится. А особенно фишка того, что берете, допустим, какое-то уведомление вам пришло, нажимаете его, протягиваете сюда и нажимаете на кнопочку. Оп! Не ожидал, что камера выключится после того, как откроется приложение. Ну что, надо попробовать. Нет, USB, сейчас мы попробуем. Нету рядом. Ну, не знаю, нужен ли метр. Прям огромный. Я хочу на работу, допустим, унести, и чтобы на работе всегда был, чтобы не забывать и чтобы с собой не таскать. Либо наоборот, этот, который длиннее, дома оставить, а короткий увезти на работу. Так, ладно. Ух ты, легко снимается. Легко одевается. Ну, клеммы подходят. Все как положено. Еще покажу, как будет. Теперь давайте попробуем сами браслеты. Да, не нарадуюсь я на фитнес-браслет Fit 2. Samsung Galaxy Fit 2. Прям радует он меня каждый день. По-моему, очень симпатично. Очень-очень симпатично. Все отлично. Так, теперь снимаем. И камуфляж одеваем. Как ставить, разницы, наверное, нет. Как вам удобнее, так вы и ставите. То есть, я что-то пытался всегда одинаково ставить. Да. Не играет никакой роли. Ну, либо у вас другое мнение, напишите его обязательно в комментариях, как вы ставите свой браслет. Ну, вот этот прям мне нравится. Камуфляжик такой. Какой-то он немножко понежнее, что ли, чем заводской. Ага, вот легко. Нет защелки такой. На фирменном
как будто что-то защелкивается. По-моему, очень здорово. Пишите в своих комментариях, какой браслет носите вы. Может быть, цветочек, может быть, сердечки, в сердечках. А это тоже браслет от Galaxy Fit E, который не фирменный. Вот у нас желтый был браслет, его носила мама. Дочь не могу заставить, дочери 4 года, прям не хочет носить браслет и все. Наверное, правильно. Не хочет, не надо. Ну, вот валяется у меня на руке. Если вы можете видеть, у меня часто по 2 браслета на руках. Выкинуть жалко. Всем родственникам уже надарил. У них фиты мои. А вот это... Вот это заводской, видите, да, сколько, не знаю, что это, вода, кальций собирается здесь. Ну, нормальные браслетики. А зарядочку покажу. Я не думаю, что разница будет во времени зарядки, потому что здесь просто провода, и нет никаких ни выпрямителей, ничего. Заряжается браслет, мне кажется, часа 2. Что-то так, час 50, я не помню, засекал. Рекомендую еще раз. Очень хороший браслет. Прям покупайте. Это вещь. Управление музыком, таймер, секундомер. Что там? Погода на несколько дней. Быстрые настройки, поиск телефона. В очередной раз камеру выкинула. Нажал на поиск телефона, с камеры выскочил. Так, ну я не это. Короче, вот главное не нажимать. Быстрый переход в сон, быстрое отключение звуков. Отключение звуков в самом браслете, то есть прекращение уведомлений. И какие-то, по-моему, быстрые настройки. А, это перезагрузка полностью браслета. Ну, я говорю, прям очень рад покупкой такого девайса. Радует он меня. А когда к нему еще приходят различные аксессуары, то это вообще очень, очень приятно. Все, поэтому ссылки будут в описании, либо в комментарии в первом под видео. Смотрите, если вам понравится, покупайте такие браслетики. Покупайте такой браслет обязательно. Всем пока. Сейчас попробуем компьютер подключить. Цып, цып, цып. Ну и в обычный USB самый медленный. Ой, компьютер, телефон появился. Так, 3-4. Ти-ди-ди-дин. Ти-ди-ди-дин. Ну все отлично. Самое главное, все стоит копейки. Рекомендую прям. Вот так вот он заряжает. Браслет, ну, я по минимуму, постоянное сердцебиение измеряет. На 10 дней мне хватает. Я пробовал там сердцебиение отключать. Ну, мне не надо, мне 10 дней. Мне неделю даже хватит. У меня есть товарищ, у него бипы. А сейчас скажу, 40 дней и еще 40% остается. Я говорю, Саня, может, ты все поотключал там? Нет. Говорит, нет. Ну, хотя, ну, бипы мне не нравятся. Бипы мне напоминают, были такие пибл какие-то или пабл там часы. Они потом разорились. Они прям вот, знаете, такое ощущение, что они детские. Это как фитнес-браслет, но он не такой детский. А эти пибы мне не нравятся. Все, работает. Все. Давайте. Все. Пока. Буквально вчера
был браслет целый, а сегодня пришел домой, а он вот так лопнул. Хорошо, что не лопнул до конца. Папа, иначе а сколько я проспала? А, да, потом посмотрим, сколько ты поспала. То есть вот так вот браслетик можно... Я скажу тебе. Доча спала с браслетом с моим. Будильник не услышала почему-то. Я пришел позже, чем она проснулась, пришел к ней. Я раньше будильника проснулась. Да нет, мне кажется. Ну, короче, вот смотрите. Браслеты могут вот так рваться. Этому браслету, наверное, ну, месяцев 8, не меньше. Я не помню, когда покупал, но давно. А эти браслеты вот все-таки этим не грешат. То есть, когда есть такой поворотный тренчик, это хорошо. А эти все-таки когда-то ломаются. Ну вот, придется покупать еще браслет к этому. Потому что все-таки, в общем-то, фитнес-браслет рабочий, все с ним хорошо. Ну, как-то так. Mm-hmm.